От бананчика не отказался. Ясно? Да. Ну, так, наверное, орехов очень много. Ну, орех это же совершенно другое. Давай вот так вот тебе. Он очень голодный был. Расскажите, что еще ему можно попробовать дать покушать. Запах ореха услышал. Только ты можешь руку с другой стороны брать? Ты вот в прошлый раз так хорошо. Держи. Ну, я ему тоже по вкусу пришелся. Ну, конечно, придется по вкусу. Но я думала, ты ему не с рук, а вот так вот с ложки, как он тогда у тебя хлевал, ну, что ты ложку ему перед носом поставишь. И что, все можно сваривать рисом? Не знаю, мне кажется, вареная еда, ну, птица, где в природе варят еду? В гнездах. Вот орехи, они точно едят. Что, наелся? Ложки боится. Ну. Щелкает клювом так. На. Ну, у него нос на краю, я так понимаю, он краем понимает запах. Может, это глотнул. Только смотри, банан не отвали. Банан с орехом. Смотри, не отломай банан, только он будет это. Я думаю, он чуть еще поклюет и хватит. Водичка у него есть. Но ему все равно надо и ходить, это мало ему вот этой площади. Ну понятно, ну. Ты что, съел весь банан? Или что? Или Влад тебе его снял и пожевал? Как он у тебя тут очутился? Или это ты его сорвал и пожевал? А? Надо будет спросить у Влада, или это ты с ним так расправился? Ой, я смотрю, что там все наляпано. Это, наверное, ты его так таскал, да? Ну, кушай, кушай.